Врачи Видновской районной клинической больницы продолжают спасать жизни людей, больных COVID-19 и другими заболеваниями. В стационар поступила пациентка 62 лет с признаками дыхательной недостаточности, слабостью и пониженным артериальным давлением. Ко всему прочему, ситуацию осложнял гнойный свищ в поясничной области. Гнойный процесс такой локализации опасный тем, что он может распространиться и на органы брюшной полости, вызвать кровотечение эрозивное сосудов забрюшинного пространства и общую интоксикацию организма. Поэтому ей была показана экстренная операция, что и было сделано вовремя и в срок. Мария Чусыжель живет в городе Домодедово, но прежде чем попасть в Видновскую районную клиническую больницу, она лежала в других стационарах. Я попала уже в третью больницу. Я лежала в Подольске. Меня оперировали, но это как ее и там до конца как бы не долечили. Приехала домой, и мне все хуже и хуже стало. И потом вызываю скорую, и меня увозят в реанимацию. У меня давление упало 40/20. Да, меня еле спасли благодаря профессионалам. Сейчас общее состояние пациентки улучшается с каждым днем. Она благодарит видновских врачей и надеется на скорейшую выписку. Дома ее ждут муж, дети и внуки. Денис Александрович – это профессиональный доктор, профессиональный врач. Я его так полюбила, и он меня спас. До сих пор спасает. Борьба с ковидом и сопутствующими заболеваниями продолжается.